нормально, хорошо восприняла, потому что в жизни так бывает. Как говорится, руководство сделало свой выбор, поэтому приняли. Ну, чуть-чуть тренировки, конечно, изменились. Это, конечно, секрет, что мы делаем, потому что, ну, чуть-чуть стала другая направленность. Больше там, с мячом стали работать. Я думаю, это нам поможет. Надеюсь, даже в ближайших играх, что, в принципе, вчера показали неплохой футбол, хоть и проиграли, но играли, я считаю, лучше, как и они сами сказали, что играли лучше. Поэтому, думаю, добавим еще. Не скажу, что у нас плохая линия атаки или еще что-то. Где-то, как вчера, я считаю, очень сильно не повезло. Очень много моментов было. 400%, я считаю, момента, которые мы не смогли забить. Не скажу, что виноваты ребята, там тот же я. Просто где-то не повезло, такое бывает в футболе. Я думаю, нас должно прорвать. Надеюсь, следующий матч в Кубковом уже будет обилие голов. Да, мне комфортно, потому что это с детства моя позиция. Я там, как сказать, наверное, правильно бы сказать, более разносторонний, чем когда я играю с края, потому что, ну, как бы, ну, имею какие-то свои качества, которые помогают мне в этой позиции. За счет всего, я считаю, что мы не слабее, это 100%, даже сильнее, но не надо так думать, в принципе, что мы их выиграем. Просто там тоже собраны хорошие ребята, хорошая команда, которая будет, даст бой, у нас будет хорошая игра, я думаю. И просто сыграть за счет своих сильных сторон и, конечно, реализация. Если добавим реализации, моментов мы создаем достаточно. Ну, можно еще, конечно, больше создавать, но мы к этому идем. Поэтому забьем свои моменты, выиграем спокойно, я думаю.